мозги не пудрю. Уже не тот завод. В меня стрелял из ружей поутру целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И особист суетен, неутомимый наш, уже тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким криком «Пли!», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат, расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленным весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Мой батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, что было слаще воевать ему. Кому? Ну, тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили. Воюй, сказал комбат. Ну, а что не дострелили, так я, брат, даже рад. Я тоже рад бы. Да присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.